Вот, уложили трассу, уже все поворовали. Поворовали. Это ж получается, кто-то ж ворует, кто-то ж дает, это принимают. И все безнаказанно. Вот здесь уложено, своровали, уложено, своровали. Тут целые участки воруют, и нет никому до этого дела. Сейчас еще покажу. Эта трасса, значит, от Новороссийска до Кабардинки. Вот, значит, нету, да? Это значит участок трассы, вот, 15-30. Вот, смотрите. Вот оно есть. Вот оно есть. Зашуруповерили болтами, так они не стесняются болты срезать, открутить. И вот оно пошло. Все поснимали. Опа, и нету участка. Все, ты прям туда съедешь. Вы что творите, а? Для вас же делают. Нет, надо разворовать. Вообще, бессмысленно это все. Вот дальше, да, вот подъезжаем к серпантину. Объясняю, трасса Кабардинка Новороссийск. Вот, уложено, да, все четенько, ливни в истоке. Опа, нету. Снова есть. Вот воруют, да, вот эти вот участки, да, железные, ливневые стоки, да. Вы же своровали. Вы же, наверное, металлолом же несете, да, и у вас это принимают. Вот ты непосредственно, кто принимает этот металл, вот ты как заинтересованное лицо, ты должен тоже понести ответственность, и тебя тоже накажут. А вы, да, там, ну, проявите там, полицейский, проведите разыскные следственные мероприятия, найдите, а то они скоро все тут поворуют. Поворуют.